Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. Последнее заявление известной журнальной писательницы Айше Арман раскрывает факты этих отношений и прежде всего ставит новые вопросы. Йыгмур Юксель и Барыш Бакташ встретились перед камерой на конференции в «Принце». У Йыгмура элегантный и стильный стиль, Барыш же привлек внимание своей харизмой. В ходе встречи Айше Арман подтвердила, что внимательно приняла к сведению информацию и включила микрофон. Арман Дежо, ходящая по сценарию слухи на съемках телесериала «Флорес де Сангре» и «Играх», отношения Йыгмура Юкселя и Барыша Бакташа не ограничиваются одной только совместной работой. После известия об их воссоединении, между ними возникли глубокие и страстные отношения, Дрха. Это подтвердило, что все подарки привлекли внимание при встрече. Йыгмур Юксель и Барыш Бакташ пообщались визуально и на мгновение нарушили молчание. Барыш говорит в микрофон: «Между вами и Йыгмуром действительно особенный голос. Из-за эмбарго это продолжается по знаку друга и императрицы. Некоторые проблемы, связанные с моей личной жизнью, могут привести к тому, что эта ситуация будет истолкована плохо». Эти палабра Барыша быстро распространяются в СМИ и социальной среде. Вслед за этим заявлением взрывное воздействие на мэра произвело еще одно заявление Гюлюма Бакташа. Гюлюм Бакташ находится перед камерами, чтобы решить эмоциональные трудности, которые Йыгмур и Барыш испытывают в течение длительного времени. Гюлюм говорила у себя дома следующее: «Новый брак с Барышем очень важен для меня. Из-за эмбарго эта информация дает мне очень глубокую информацию. Отношения между Барышем и Йыгмуром – это не просто коммерческие отношения. Секреты его отношений с Барышем. Нам было трудно найти способ спасти Барыша, и мы были впечатлены», – сказал Диджа. Это искреннее признание Гюлюм Бакташ глубоко повлияло на все подарки на встрече. Йыгмур Юксель до этого процесса хранил молчание и не пошел на компромисс в своем профессионализме. Из-за эмбарго напряжение в сложившейся обстановке еще больше возрастает. «Наши друзья на съемках сериала могут сделать все, чтобы напряжение между Барышем и Йыгмуром не отразилось на трагедии». Заявления Гюлюма Бакташа произвели большой резонанс в социальных сетях. Поклонникам сообщений Эйпоя поначалу удалось справиться с эмоциональными моментами. Множество замечаний и замечаний было сделано и оценено Гюлюмом. Йыгмур Юксель и Барыш Бакташ намерены продолжить отношения с профессиональным тренером после этой ситуации и продолжить игру в центре серии. Из-за эмбарго расследуйте любопытный вопрос, поскольку он неизбежно рассматривается в сериале и зависит от действий в игре. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.